Хайрат болсун. Основная задача меморандума о взаимном сотрудничестве – реагирование на общие проблемные вопросы региона. Кроме того, при организации массовых мероприятий будут приняты во внимание условия для привлечения молодежи к общественным работам. Главная цель – трудиться перед народом, служение народу. Тем самым наш общественный совет решает проблемы населения страны, доводит их до руководства и отслеживает процесс выполнения. Еще одна тема – повышение качества в сфере образования. Одним из главных направлений государственной политики является создание условий для приобретения опыта работниками сферы технического и профессионального образования. Поэтому в регионе уделяется большое внимание повышению ответственности педагогов за свою работу. В настоящее время в области проходит аттестация государственных объектов образования. Динамика состояния образования, она значит, в связи с тем, что была пандемия, есть некоторые затруднения. Результаты у нас стоят, значит, на одном уровне в связи с тем, что вот были последствия после обучения в режиме онлайн. Но сегодня местные исполнительные органы власти, управление образованием на местах, городские, районные отделы образования, учебные заведения принимают все меры для того, чтобы значит, данную ситуацию изменить в лучшую сторону. Стороны совместно решают накопившиеся вопросы в регионе в соответствии с условиями контракта. Обе структуры пришли к единому соглашению по реализации демократического формирования, совершенствованию социального положения граждан. Александра Гауэр, Джансулу Жинкул, Баужан Смагулов, Дидар Умирзак, Кокши Акпарат.